В январе 2020 года в Сарове появился специалист регионального оператора, который контролирует сроки и качество по капитальному ремонту в многоквартирных домах. Раньше этим занимались сторонние организации, которые определялись аукционом. Информацию, которую они нам передавали по ходу выполнения работ, была зачастую некорректной. Хотя они несли официально ответственность за выполнение работ. Приняли решение, что с 1 числа 2020 года фонд принимает на работу квалифицированных сотрудников. Они все должны быть с высшим строительным образованием. Они все должны быть со стажем в строительстве, либо в ЖКХ. Они все должны пройти обучение, которое мы провели. Они все должны находиться в СРО и в настрое Российской Федерации. Дома, виды необходимых работ и объем средств в каждом случае определяет администрация города. Всех претендентов по программе распределяют до 2043 года, в зависимости от износа зданий и коммуникаций. Приоритетность проставляет непосредственно администрация города Сарова. И на основании данных программ фонд капитального ремонта уже начинает действовать в порядке привлечения подрядных организаций и ремонта ваших адресов. Взносы саровчане отправляют исправно. Процент оплат, к примеру, выше, чем в Арзамасе. 90 с лишним процентов ваши жители платят добросовестно. И, соответственно, если мы говорим, что 140 – это начислений, а 130 – это факт оплаты. И зачастую бывает такое, что люди потом просто оплачивают все долги. Мы, исходя из этих сумм, с вами видим то, что оплата по городу Сарова, она достаточно неплохая. На данный момент строители завершили работы в 43 многоквартирных домах на 226 миллионов рублей. Всего в 2020 году на капитальный ремонт планируют потратить 310 миллионов. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей «Саров-24».